уважаемые друзья и участники группы, будущие подписчики, это снова я, Наталья, волонтер бездомных животных города Ефремова. Вот так вот ждут меня мои зайки. Вот тут у меня находятся малыши, карандаши. Вот. Сейчас мы выходим и идем к малышам. Да? Вот. Ай, кто там? Дама. Дама моя из Амстердама. Она уже ждет. Она уже ждет, моя девочка ждет, да, мама. Привет, моя рыба. Покажи, как дама улыбается. Как дама улыбается. Привет, моя зая. Привет, как ты улыбаешься? Ну-ка, улыбнись. Ай, улыбнись. Кто там? Кто там плакает? И кто же там у мамы плакает? Сейчас я открою дверку. Вот. Конечно, сложно все одно и снимать, и все как бы делать. Вот, ну, спасибо, конечно, большое моему волонтеру Полине. Вот. Девушка просто 2 года назад брала у меня собачку. Ну, вот, и вот и не мы. Вот. Девочка брала у меня собачку. Вот, получили миски. Да, привет, зайки, привет. Это вот те щенки, у которых кто-то вытянул. Это у меня новичок, это у меня Джек. Все. Все, сейчас, зайки, сейчас будем кушать. Вот, сейчас, мои милые, сейчас. Да, скоро у нас еще. Будет, да, пополнение. Там сегодня ездила, здесь еще маленькие. Вот. Вот. Ты почему так себя ведешь? Ну-ка, ты зачем моего Мишулю обидела? Да моего домачика обидела. Какая бессовестная мама. Ну и какая бессовестная. Да вы мои зайки. Да. Да, мои хорошие. Да, все, не будет она больше вас обижать. Нет, да, мои милые рыбушки. Мои. Ой, мои. Давайте. Сейчас, мама, тут подуберусь у вас. Вы здесь мне прям так хорошо все, да, наделали. Вот, да, зайчатки мои маленькие. Вы же мои маленькие зайчатки. Так, у нас тут и ковры, да. И ковры, да. Да ты мой зайка, да ты мой милый, да. Мальчик был с клещом. Уже были бледные дёсна. Дай посмотрю, мама. Вот, то есть щенок был уже с температурой, братик умер. Вот, колола сразу гисканы. Пиростоп. Вот. Вчера еще мы оклемывались от клеща, но сегодня мы уже в полном здравии, да? Вот, да, мои зайцы. Да, мои рыбочки. Мои зайки. Жайки-можайки, да. Да, никто больше не обидит. Нет, бессовестная какая. Обидела рыбу мою, жалуйся. Да. Ой, что там? А то там чешется. Ой, сейчас маму буду кормить. Джек, ну ты здесь самый старший, да? Ты должен следить за малышней-то. За малышней кто следит? Кто следит за малышней? Ну вот, скажу, что гискан я колю сразу же всем щенкам. Это против энтерита, потому что в городе у нас его тьма тьмущая. Вот. Колю его, как научил меня профессор, с интервалом через 7 дней до 3 раз. И тогда в последнее время мы забыли, что такое энтерит. Вот. Спасибо вам большое всем за внимание.